Родной двор изменился до неузнаваемости, рассказывает Ирина Володина, жительница дома номер 48 по улице Революционной. Вместе с семьей женщина живет здесь много лет и помнит, каким пространство было раньше. Невзрачный палисадник вместо газона, старые видавшие виды качели и карусель. Ситуация изменилась, когда жильцы решили принять участие в программе благоустройства формирования комфортной городской среды. Супруг Ирины, будучи управдомом, собирал документы и вместе с жителями продумывали проект. Конечно, это несравнимо, что было раньше. Наконец-то мы дождались нормального двора, в котором хочется гулять. Дети с удовольствием выходят, гуляют теперь на площадке, только прям даже не хотят уходить. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», а также средствам муниципального, регионального и федерального бюджетов, двор по улице Революционной обновили комплексно в два этапа. Прошлым летом отремонтировали внутриквартальный проезд, устроили парковку, установили освещение. В рамках благоустройства 2023 года во дворе появились спортивная и детская площадки с новыми игровыми зонами, лавочками, урнами и газоном. Мы открываем долгожданную площадку по программе «Комфортная городская среда». Она многофункциональная у нас получилась, очень яркая. Она непростая, с одной стороны, но это и хорошо, потому что каждый вопрос, который здесь непростым был, мы обсуждали с людьми. Поэтому все, что здесь мы сегодня наблюдаем, это абсолютно компромиссное решение. Мы здесь осенью еще добавим озеленение. Проектом предусмотрены крупногабаритные саженцы. Но и у нас есть традиция в округе, когда мы весной и осенью, так сказать, вот, вкладываем в озеленение определенный квот. Этот год, так сказать, не будет исключением. Всего в Октябрьском районе до конца текущего года обновляют 6 дворов. 3 по программе формирования комфортной городской среды и 3 в рамках губернаторского проекта содействия. Также отремонтируют и внутриквартальные проезды на 9 территориях. За последние 5 лет мы благоустроили 251 двор. В Самаре в этом году будет сделан еще 51 двор. Вот. Это очень хорошая программа. Я думаю, что жители по достоинству оценивают те изменения, которые происходят конкретно в их дворах. В целом, по Самарской области в этом году обновляют 314 дворов на средства национального проекта «Жилье и городская среда» и его профильной программы «Формирование комфортной городской среды». Масштабное обновление территории города проходит при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.